Всем привет, друзья! С вами Психиатр. Сегодня у нас игрушка под названием 7 сентября. На дворе у нас февраль, поэтому самое время поиграть в 7 сентября. Не знаю, что за игра, видел кучу роликов на ютубе, вот, в рекомендациях мне постоянно попадалось. Решил посмотреть, решил поиграть, глянуть что да как. Так, давайте начнем новую игру, да? Тут есть какой-то выбор уровня. Но она нам не нужна. Здорово, ты кто такой? Опа. Тебе придется продолжить мою игру. Какую? Какую игру? Возьми ножницы. Давай его пырнем. И чё? Поиграй со мной. Поиграй, давай, как с тобой поиграть? А как поиграть? Дай шкатулку сюда. Звезда. Взять. Ха, подпиздил. И чё? И чё? Несколькими часами ранее, допустим. Скоро пойдет дождь, надо идти домой. Мир. Дима, 19 часов вечера. Так посмотреть задачи. Надо идти домой. Опа, сиська. Сиська, включить зажигалку, подожди-ка. А как мне включить-то? А, вот так вот. Вот так вот нормально. И зачем она мне? Зачем ты включил? Чтобы не так страшно было. Так, что тут? Лю избранных ебланов. Ага, все понятно. Все понятно, все ясно. Так, я тут живу, правильно? Походу, да? Опа, кто это? Кто пнул мячик? А я умею? Или это я сделал? Тихо. Ты умеешь пинать мячик-то? Да, это я, походу. Нихера тут футбик есть. Здоров, парточки. Пойдете ко мне на превьюху? Ну, бляха, посмотри на них. Неплохо так. Надо запомнить. Хой, жив. Чё-то Вика дальше непонятно. Бляха, сука, все стены расписали, а? Черти. Райнек. А не сказал, что оставил мне сюрприз возле двери. Это вот эта Анька-то? Анька ничего такая, Ваньки. Ваньки бы полную фотографию посмотреть. Так, а у какой двери-то? Я где живу-то вообще? Непонятно нихуя. Не валяшки на скафе. О, Беломор. Беломор-канал. Это тишки такие. Опять хой жив. Хоррор-канал из ада Horror Games. Это реклама, да? Нихера себе. Опа! Здрасте. Хе-хе-хе, здорово, старая! Заходи, нормально! Ты смотри, тут все какие-то отсылки. Кузьмен какой-то Games. Еще кто-то. Может, меня сюда кто-нибудь добавит. Бабуль, ты чего? Хули спалишься-то, ну? Пойдем. Да, смотри, куча всяких этих. Куча всяких игровых каналов. Это, видимо, все, кто проходил игру. Прикольно. Хуй. Вот так вот. Внезапно. Некультурно. Бабулька-то ушла, нет? И все?
Обнимаю, приподнимаю. Хорош. Прикольно. Так, а вот, походу, я тут живу, да? Это, наверное, и есть сюрприз. Да. Походу, это он. Аня плюс Дима. А чё на английском? Почему? Ну ладно. Так, сюрприз я взял. А для вас у меня тоже небольшой сюрприз. Давно ищешь сервис, где можно скачать хентай обои для wallpaper? Старые сервисы закрылись или не работают? Выход есть. Залетай на GG Network, покупай премиум всего лишь за 49 рублей в месяц и скачивай любые обои 18+, без ограничений. Ссылка в описании. Так, ссылка, если что, в описании. Переходите. А, погнали. Ты лучший. Конечно, лучший. Ну открывай, чё ты, не ссы. Опа, в смысле? Папа отключает электричество в квартире? Нужно его включить. А кто стёкла-то разбил? Не понял сейчас. А чё с... Опа. Сначала мне нужно включить свет в квартире. Блять, ты чё так пугаешь ты меня, ну? Открою коробку с подарком от Ани. Ты подожди, а чё, кто вам стёкла-то поразбивал? Опа. А чё, не поджигаете, что ли? Почему? У тебя ж есть этот... Уже завтра 7 сентября. Мы переезжаем. Диме надо в школу. А у дяди Вити сломалась машина перед самым переездом. Мы и так столько времени откладывали. Теперь нужно думать, кого попросить нам помочь. Я надеюсь, что за несколько дней ты найдешь с кем забрать наши вещи из старой квартиры. Возьмем с собой пока самое необходимое. Позвони мне, как прочтешь. Давай, куда позвонить? Папа быстро решил, с кем перевезет коробки. Родители забрали все наши вещи из нашей прежней квартиры, даже эту записку. Понятно. Так, в смысле? Там было написано 7 часов вечера, хоть ты мне пиздишь. Или игра мне пиздит, или часы, сука, остановились. Ну, походу, часы остановились, потому что... Чё в коробке-то? Бляха, здорово! И чё? Отменить. Какая уродливая кукла! Где она ее взяла? Иди в свою комнату. Так, Анька-то придет ко мне? Или она уже пришла, что-то я не понял. Ну бляха, ну разве можно вот так вот прям бросать на пороге, ну? Прям на входе. А где моя комната? Ебать свинарник, а! Димон, ну как же так? Ну как так? Ну как можно жить в таком бардаке-то, в конце концов? Ну вот веник возьми, приберись, в конце концов. Бляха, носки, тапки, какие-то бумажки, газеты, мусор. Все разбросано, ну. Мама всегда мечтала преподавать музыку, но моя бабушка заставила ее пойти в медицинский. Папа купил ей пианино на день рождения. Мама была счастлива, она не смогла продать его вместе с квартирой. Че это? Мусор. Бляха, и тут все поразбивали. А холодно так-то с открытым этим. С разбитым стеклом, наверное, нет? Наверное, дует. Сентябрь уже. И чё, а чё у меня? Чё нужно? Иди в свою комнату. А где моя комната-то? Вот это? Сентябрь 2009-го. Ой, что? А что такое? Комната-то маленькая. Вообще крапульная. Разберу рюкзак. Прошло уж 3 недели, как я учусь в новой школе. Теперь я с Аней в одном классе. Хоть это меня радует. Давай разберем. Здрасте. Внезапно. А, Дима, я так рада, что мы с тобой теперь учимся в одной школе и живем рядом. У нас было классное лето, и я так не хотела расставаться. Позвони мне сегодня в 22:00. Папа в это время уйдет из дома, и я смогу поговорить. Хорошо.
Бляха, кругом отсылочки. Мама обычно оставляет записки на холодильнике. Надо проверить, а потом позвоню Ане. Без проблем. Что-то еще интересного? Глобус, карта мира, кубики. О, серьезно? Это типа музыка у тебя такая играет. Нихера ты, черт. Так, и тут время не сходится. Блях, у вас все часы поломаны. Чё это? В этой квартире неисправна проводка. Постоянно вырубает свет. Блять, еще и соседи, сука, топают, ну. Хе-хе-хе-хе-хе. Здорово. Включи свет, собака. Опа. Ты меня не напугаешь, падла. Хе-хе-хе-хе. Ну какой. Так. Ну и все. Че, обосрался, да? А, так, посмотреть задачи. Список на холодильнике без проблем. Талкан. Ладно. Ставь плюс, если у тебя то... Ну ладно. Если у тебя окошко в ванной. Сейчас такие уже не делают. Это чтобы этот, электричество экономить. Так, записка на холодильнике. Дима, мы с папой очень за тебя переживаем. Но пойми, это всего лишь новая школа. Многие через это проходят. Папа просит, чтобы ты помог нам быстрее управиться с переездом. Давай завтра, когда я приду с работы, поговорим. Хорошо? Да без проблем вообще. Хорошо вам, я помогу вам. А, задание от папы. Первый, расправь диван. Второй, помой посуду. Третий, приберись в большой комнате. Четвертый, приберись на кухне. Пятый, вынеси мусор. А что это я должен в большой комнате прибираться, если я там не живу? О, вот у тебя часы рабочие. Нихера, нихера себе у вас балкон. Охереть, два холодильника. Богат живете. Так, давай нож возьмем. Почему никогда персонажи в играх не хотят взять нож? Ну это ж было бы так офигенно. Что-то я не понял, они прям с мусором что ли сюда переехали или что? Что такое бардак-то? Какие-то бутылки пивные валяются. Куква куда-то съебалась. Сука. Где этот мелкий говнюк? Опа, матрешки. И чё? Расправь диван и кресло в зале. Да бляха шмуха. А ты это прям все на пол кидаешь? Ты молодец какой. Чё это? Шифта нет? В смысле? Ты чё? Чё с тобой? Еба, кто слонёнка обидел? Я, бляха, всех найду, вы чё делаете-то, слона обижать, ну? Ты посмотри, взяли игрушку и испортили. Наушники, как всегда, садятся у меня вовремя, прямо на записи видео. Я надеюсь, ничего сейчас не сломалось тут. Все, продолжаем. Опа, сгущенка, кита. Я теперь понимаю, что у них такой бардак. Они вместо того, что убирать сразу, они все на пол кидают. Еба семейка. Так, помыть посуду. А чё ж я ушел оттуда? Ты, сука, бля. Можно его убрать как-нибудь? Меня напрягает то, что он тут стоит. Итак, я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогер. Текст на 2 секунды, как ты можешь читать его 8 лет?
Что за я дичь? Хочу тебе ударить. Ебать, трэш. Что творится-то? Здрасте, блядь. Это слоненок вырос или че звучилось? Что не так с этим рубильником? Пойду включу свет. Блять, а может пора съебаться нахуй? Чё это? Никого нет дома. Лёха, кто долбится-то? В смысле? А меня заперли так-то? Возьми отвертку, возьми чай-нибудь, дружище. Диман. Меня не наебешь. Да кто, сука, долбит-то? Ебать, вы чё, с ума сошли, что ли? Охереть! Блять, вы чё, за дичь, нахуй? Ой, я дура нахуй уехала. Вы чё делаете-то? Ёбаный налево! Ебать, пиздец, ебать, я обосрался просто, чё это было? О-о-о. Жесть, вы чё, нельзя делать такие резкие скримеры? В игре, в которой ты их вообще не ждёшь ни разу. Блять. Давай просто съебем отсюда. Приберись в большой комнате, пошел ты в жопу. Надевай ботинки, сваливаем отсюда. Ебаный налево, а? Почему они никогда просто не уйдут? Просто возьми и уйди отсюда. Ну здесь же чертовщина какая-то творится. Возьми веник. Без проблем. Ты сам приберешься, да? В смысле? И как мне прибираться? Ну я веник-то взял, наверное, еще надо сову где-то поднять. Или куда ты цветать-то будешь? О, нихера! Здрасте. Опа. Хе-хе, прикол. А че это? А тут че? Ничего? Бляха, сейчас сожгу тебя нахуй, ебаное привидение. Иди сюда! Охуенный телевизор. Всегда интересные программы. Так, что теперь-то у нас? Таб. Приберите на кухню, да ебаный налево. Ты не можешь сразу все дела в одном месте сделать? То, блядь, на кухне, то... Сука, ебаный бардак. Как убраться? На всякий пожарный. Осталось выбросить мусор. Во! Бляха, давай этого черта тоже выбросим. Надо выбросить эту дурацкую куклу. Ну я тебе сразу об этом сказал. Обуться не забудь. Ты босиком пошел? Не, ну как бы дело твое, я не заставляю. Нравится босиком по улице ходить. Мне-то че, пожалуйста. Выбросить мусор. Какой вернуться домой, с ума что ли сошел? Так бабка-то ушла, нет? Отсюда не видно. Чё? А, бляха, кука.
Мне показалось написано куква. Че это? Голубь. Бабуль куда-то ушла, смотри-ка. А мусоропровода у вас нету. Это фигово. Ну я так скажу, мне ж не сложно, чё. Мне ж вообще не трудно. Бляха. Так, где мусорки-то? Не видно. А, вот они. Как тут пройти-то нормально? Ну, ёбана. Сука. Выкидывай. Во, молодчик. Наконец-то я выбросил дурацкую куклу. Ну, па. Сука. Так, я так понимаю, домой надо вернуться. Да, погнали. Блин, типичный такой дворик. Мухи летают. Я туда не пойду. Почему дверь открыта? В душе не ебу, погнали. В смысле? Алло! Это не моя квартира! Я туда не пойду! Ты чё, совсем дурной? Ты совсем дурачок, нет? Тебя, бляха, вообще ничего не напрягает. Тебя ничего в жизни не учит, да? Давай сначала позвоним. Нельзя же без стука, без этого, без приглашения. Бляха, опять эти... Не-не-не-не-не, алло! Выпусти меня нахер! Найди выход! А зачем ты сюда вообще зашел? Скажи мне! Сука, это старая пизда по-любому, которая следила там за мной. На Катерели. На Катерели не так страшно, мне кажется. А тут заколочено. Игрушки какие-то без головы. Возьми молоток. Возьми хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь для самообороны, ну. Бляха. Смотри. Надо аккуратнее. Обезьянка, мне кажется, меня может пронуть. Это жутко. Черт, что за глюки? Кто эта женщина? Это женщина? Ну, походу, да. Кресты какие-то. Тут какие-то станисты живут, походу. Или наркоманы. Или все сразу. Бляха, опять ты что ли? Ты откуда взялась-то здесь? Я ж тебя выкинул. Бляха, бабульку вообще ни за что. Алло! В смысле? А все, как бы все двери заперты. Молоток он не берет. Кресты попадали. Осталось только спалить эту квартиру и все. Так а че я ничего сделать не могу? Найди выход, охереть не встать. Тут все закрыто. О. Поиграй со мною. Ха-ха-ха. Как с тобой поиграть-то, ну? Ты закрылся от меня. О, спасибо. Ну нахер. Я иду на выход. Какой домой? Ты с ума что ли зашел? Вот, свежий воздух. Нормально, чисто, красиво. Давай тут останемся. А кто обезьянок пересадил? Футболисты же вон, да? Кто меня так-то пересадил? Они же с другой скамейки были. О,
Ладно, хер с вами. Домой так домой. Бабульки-то нет? Нету. Так, вот тут я живу, да? Да, ты лучший. Поиграй со мною. Да кто ты вот? Опять ты? Какого хера? Ой-ой-ой. А где телефон-то у нас? Тут что ли? Блядь, где телефон-то у него? Не видно ни хера. Не, где-то здесь. Так где, блядь? Я не вижу. Вот хоть тебя я не вижу. Блядь, на кухне, что ли? Где-то прям вот здесь звенит. По звуку. Да, блядь, ну кто ж на кухне тут телефон ставит? Да? Дима, куда ты пропал? Ты часа три назад зашёкся в подъезд. Моя комната выходит во двор. Я видел, как ты выносил мусор. Я зашел в подъезд, и у нас в соседке на первом этаже была открыта дверь. Я решил, что тут случилось, и решил проверить. Но не думал, что прошло столько времени. О какой соседке ты говоришь? Она умерла прошлой зимой. Что? Ты уверена? Что это она? Аня, где ты нашла ту куклу гнома? И зачем мне ее подарила? Дима, с тобой все в порядке. Я не дарил тебе никакого гнома. Ну как? Ты оставил коробку и с ним у двери рисунок? Дима, тут кто-то есть. Это что еще такое? Нет! Аня, что происходит? Ты что-то видела? Аня бросила трубку. Да ебаный себе. Ты охерел, что ли? Слышь ты! Мне надо выбраться из дома. Саня, что-то случилось. Опа. Новый год. Хе-хе. Не понял. Как это? Как это? Нихера себе пароль, а я ебу какой. Какие звуки отвратительные просто. Что за дичь? Что это за херня вообще? Опа, чебурашка. Что это? Сколько ножей я спрятал в третьем шкафу на кухне? Я ебу. В каком, блядь, третьем шкафу? О, здрасте. Это третий шкаф, да? Да. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Сосчитай до пяти, иди налево. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хе-хе-хе-хе, здорово. И чё? Дай сюда. Найди четыре ёлочных игрушки, когда пройдешь через люк. Три, шесть, пять, четыре. Это пароль? Ой. Да, смотри-ка. Левый КТРУ. Загадки пошли. Ну что такое? А, пролечили. Ух, а что вы делаете-то, ну? С ума что ли сошли? Ёбаный налево. Ссаны и скримеры. Так и знал, что какое-нибудь говно сейчас произойдет. Убирайся из дома, охереть. Сюда пока не заходи.
Конечно, замотался на этот. На цепь, хер зайдешь. Где-то я видел ломик у папы. Найди лом. Ну, лом, скорее всего, где-то на этом, на балконе должен быть. Чё это? Ляха-муха, да кто? А где же ломик-то? Тут уже что-то все позакрывали. О, здрасте. Фу. Так а где ж мне ломик-то взять? Тут где? Ножовки есть, ломика нет. Ничего не открывается. Я не вижу, где здесь лом. Вот там вот есть болторез. Нож. Я уже тут все потыкал. Я его забрал, ищи. Спасибо. Прикольно. Кто тут что живет? А, вот он. Нашел. Ну, уже не страшно. Он спрятал игрушки для рождественской елки. Эй! Куда он бутарез-то дел? Кто опять? Тебе нужен бутарез? Я спрятал его в шкаф. Да, спасибо. Шкаф, так в шкаф, пойду проверю. Какой шкаф? В этот? Ну где скример? Без скримера? Вот он где.
Это что это такое? Кто тут ужас сделал? Кто там? О, еще игрушка. Неплохо. Возьму. Найди 4 новогодние игрушки и убирайтесь. Кто хочет? А че календарь не соответствует? Почему тут 29-е? Так, ну и последний, наверное, где-то здесь. По логике. Че, нет? Че, это никак не откроется? Где последняя эта игрушка? Или сколько я взял? Я их не считал. Но одна была здесь. В ванной. Одна была тут, да? И одна здесь. Я тут больше никаких игрушек не вижу новогодних. Вот, конечно, есть какие-то эти, но это не очень похоже. Не, ну может мы где-нибудь по дороге найдем. Вот четвертый это. Ну правильно. Наряди рождественскую елку. Вот это? Нет. Я готов ко всем этим скримерам, вы меня не напугаете. Проснись! Кто это сказал? Опять что ли этот гном? Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Блин, который час? Ну максимум, кого здесь можно бояться, это по идее старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? У Яши же там, типа, почки до сих пор на месте. Может, наверное, должен за ним охотиться или как-то так? Так, а зачем взял болтарез? Я не мог никак повлиять на происходящее. Так, я не понимаю. Я тоже. Ааа, ебать! Эта квартира сводит меня с ума. Так, вот это стандартная была, стандартная скрема, а стандартная. Ух, я видел такую роль, она еще здесь. Неоднократно не раз видел такую. Да, смотри-ка, он сидит, смотрит видосик. Надо позвонить Ане. Ух, ебать. Ну что ж, вот такая вот игра. Вот такой вот сон про 7 сентября. Игрушка на самом деле годная.
Вот. Всем советую. В Steam она стоит, кажется, 175 рублей. Игруха. Бомба. Игруха выполнена добротно. Дайте это скипнем. Может, что-нибудь еще будет в конце. Заставочка. Не, ничего не будет. Вот. Много всяких прикольных отсылок. Много всяких пасхалок. Вот, игрушка мне понравилась как раз на 40 минут. По-моему, столько именно разработчики писали, что по времени она проходится. Вот, значит, вы уложились. Все, ребят, всем до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, понравилось вам или нет. Пишите, во что еще сыграть. Увидимся. Всем до встречи, всем пока.